греческим правительством и международным авторитетом. ЕЦБ, МВФ, Еврокомиссия и Европейский механизм стабильности готовы предоставить Греции новый кредит в обмен на выполнение обязательств, взятых греческим правительством летом 2015 года. Руководство Министерства финансов Греческой Республики сообщило, что на переговорах с кредиторами правительство не приняло требования о введении дополнительных на налогов в размере до 3 миллиардов евро. В разговоре... проводимые по требованию кредиторов нашей страны, предусматривают снижение уровня базовой пенсии до 384 евро за 20 трудовых лет и до 345 евро в месяц за 15 лет работы. Бывший спикер парламента Греции Зои Костадампула объявил о создании новой политической партии. По словам политика, целью для новой партии является равенство правых всех граждан и защита греческого народа и Родины. Министерство обороны Армении заявило об обстреле границы. Министерство обороны Республики сообщает РИА Новости.